Те, кто должен защищать права людей, решили их нарушать. Красноярская юридическая фирма обманула своих клиентов по меньшей мере на 500 000 рублей. Речь о так называемом агентстве правовой информации. Оно располагалось в доме на Ленина 102, затем сменило адрес на проспект Мира 105Д. Это стало известно в ходе расследования уголовного дела. По информации полицейских, в конторе предлагали юридические услуги, брали предоплату с клиентов от 50 до 180 тысяч рублей, а потом переставали отвечать на звонки и пропадали вместе с деньгами. Пострадавших 8 человек, это только те, кто обратился в органы. В полиции предполагают, что жертв обмана может быть больше. Если вы среди них, звоните по телефону 227-44-55 или напрямую в отдел полиции номер 1. Теперь подозреваемым самим понадобятся услуги адвоката. Компанию уже закрыли, однако сейчас в том же офисе уже работает другая юридическая фирма.